Итак, привет, дружище, я, как вам и обещал, выпускаю сегодня видео с пельменем и с первым роллингом на пельмени. На целые, невероятные, умопомрачительные 5000 самоцветов! А вы никогда не видели таких крутых, обширных и больших роллингов, потому попрошу вас взять, поставить княжеский лайк, подписаться, и не забываем, что есть отдельный плейлист с аккаунтом, который я развиваю с нуля, без доната, вот, пельмень, смотрите плейлисты, но перед этим всем действом, перед тем, как мы будем роллить, перед тем, как я заберу халяву, перед тем, как я пойду в древние испытания, перед тем, как я вам расскажу, как вступить в нашу гильдию, я хочу сказать спасибо одному человечку, потому что я сегодня был в шоке. Сижу там, монтирую видео и только слышу «Ба-бам!» Фигак, и от Евгения Рулева приходит просто так 10 евро, он даже ничего не написал. Как бы и стрима даже не было, просто человек взял, решил, не знаю, поддержать. За что ему отдельное огромнейшее спасибо. Я немножко, мягко скажем, удивился и был в шоке, блядь. Спасибо, дружище. Но даже просто, даже без стрима, просто взял и денежку отправил. Я в шоке. Огромнейшее, пребольшущее спасибо. Вот, поддержка сейчас очень важна. Ну а мы что делаем, друзья? Мы что делаем? 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 Так, давайте сразу по поводу гильдии поговорю. А, ребята, по поводу вступления в гильдию. Я не занимаюсь набором. Занимаются набором игроки, вице-лидеры, просто прапор и, скажем так, дудикс. Вы не можете вступить в гильдию с любой силы. Вы можете вступить только исходя из средней силы гильдии. Вот здесь каждый раз заходите в шапку гильдии «Дурка», находится на 1519 месте в топе по силе. Там смотрите, что принимаются игроки от 58 до 68 тысяч силы. Да, то есть 59, 63, 65, то есть вот в этих промежутках, без доната и только адекватные активные игроки. Если вы будете заниматься херней, не проходить битву гильдии и так далее, вас исключат. Вот, так, и вся фигня перед входом будет проверяться. И напоминаю вам, что заявок приходит в гильдию огромнейшее количество, да, и не стоит спамить, потому что если вы будете бесконечно спамить, то, опять же, Ребзя, как бы, вас просто заблокируют, и вы тогда вообще не вступите в гильдию. Если вы, там, не знаю, спонсор канала, то в виде благодарности постараемся взять вас без очереди, но вы должны сразу будете написать, что вы спонсор канала. Не стоит расстраиваться тем, кто, ребята, не попадает в гильдию или еще до сих пор не попал. Понимаете, правила в гильдии настолько жесткие, что улетать, кикаться из этой гильдии будет огромнейшее количество людей. Рано или поздно вы все сможете вступить, просто силу. Следите за шапкой дурки, следите за видосами, за последней информацией. Или в Телеграме я, к примеру, скидываю информацию. И просто возьмите, вступите пока в другую гильдию. Вот, но рано или не вступайте, смотрите сами. Просто качайте свой аккаунт, чтобы у вас сила примерно подходила под среднюю силу нашей гильдии. И рано или поздно вы вступите, потому что, я говорю, пачками будут исключаться игроки. Вот. Так что вот такие вот дела. Вы подумаете, князь, нахер ты это говоришь, мы это все слышали, и ты уже запарился одной и той же херней. Нет, ребята, просто мне целую кучу сообщений спамят, просто неадекватных людей. Пацанам спамят просто: у меня нет телеграма, а я могу вступить? Ну да, классно. Или: у меня 400 тысяч силы, бля, я играю без доната. Ты чем ты слушаешь? Вот. То есть, ну, люди хотят вступить в гильдию, я уже бомбил в телеграме, но при этом они видосы не смотрят, правил никаких не знают, для чего эта гильдия создана, не знают, вообще ничего не знают, просто херню тебе в личку пишут, бля, в 2 часа ночи, и нормально. Реально, по ночам долбят. Вот, ладно, идем дальше. Так, окей, я выговорился. Я в прошлом видосе забыл забрать халявушку, да? Сейчас заберем, посмотрим, что же там. Так, опа! Опа! Крутая карточка. Неужели у меня крутой герой появится? Ну как крутой? Ну, по крайней мере, круче, чем сейчас. Так, все. Тут доступно что-то, я могу сделать. Пока ничего не могу сделать. Ну ладно, заходим. Ваши подарки. А, смотри, да, сундук гильдии открываем. Так, открываем.
Или давайте наконец оставим, не знаю. О, мешок эмблем 8 уровня. Нифига себе, ну-ка, что нам оттуда упадет? Окей. Неплохо, на самом деле, неплохо. Так, тут так вот. Мес. Окей, понятно. Или потом открою, не знаю, посмотрим, что я еще не забрал. Да вроде бы, друзья, я все забрал. Так, здесь тоже смотрим, открываем. И сейчас я вам перед роллингом предлагаю немножко посмеяться, потому что мы пойдем в древние испытания. Вы там княжеский лайк, пожалуйста, поставьте свой. Вот, комментарий там напишите. А древние испытания, вот, начну как бы за здравие, закончу за упокой. Подожди. Так, древние испытания. Создать команду. Как вы видите, у меня невероятное количество тут героев. Просто всех сейчас расчехлю, потому что я крутой. Потому что я крутой. Так, вообще Трианта надо взять. Стополадина. Так, ну и вместо Бога Грома еще кого-то. Что вместо Бога Грома Малышаника? Окей, всех взяли. Первое испытание. Что, мы сможем пройти? Ну, вообще сможем, да, тут изи. Просто вот так вот высадиться. Вообще надо было с другой стороны высадиться. О, тут ускорение есть. Это хорошо, друзья. Так. С ускорялочкой взял, прошел. Нормально, давай. Сейчас по-быстрому просто всех нахлобучим. Так, подальше давай от героев. Выходим, ускорялку включаем. Чики-чики-пуки. Посмотрим, мне интересно прям до скольки я смогу пройти. Давай, третья. Высаживаемся. Ускорялку включаем, полетели. О-о-о, уже герои какие-то. Там Ниндзика и Купидона потерял. Там Фрэнки нас поразматывал. Кто это нас так размотал? А, тут уже Огнекрыл стоял. Так, древнее испытание четвертое. Окей. Давай, не знаю, отсюда. Все чисто машинально, не хватает магии. Все время хочется магией воспользоваться. Давай, пацаны, разгоняемся. Но здесь вроде должно быть легко, да. Слушай, я думал, все будет хуже. У нас даже что-то получается. Давай здесь. Тут у нас виднеется Вальтор. Так, разгоняемся, пацаны. Ну да, ниндзя тут получает люлей. Надо вместо ниндзя вообще кого-то другого поставить. Ну ладно. Создать команду. На кого я могу вместо ниндзя поставить? Кого? Ну, даже ту же сердцеедку уже будет лучше. Давай, полетели. Шестая. Так, высаживаемся. Разгоняемся. Бога Грома убиваем. Два Вальтора стоит. Хранители. Тыква убилась. Нормально все. Слушай, седьмая. Прям вообще огонь. А тут что? Ну, где-то мы дойдем, там, где Огнекрыл будет, и все. И мы схлопнемся. И мы схлопнемся, друзья. Мы прям возьмем! И схлопнемся. Ох ты, божечки, это кто нас так размотал? Черепа, что ли? Вы серьезно? Ладно, давай с этой стороны. Вот это нас размотали. И казалось бы, кто? Кто посмел? Блять, снова размотали. Триантом что-то кого-то... О, мы прошли. Триантом кого-то даже оживил. Ну давай отсюда. Полетели. О, нихера нас на расстоянии уже долбит. Это отражение? Нет, не отражение вроде бы. А, тут видишь тоже черепа. Он что возьмет, тут раскидает всех. Да должны справиться. Нет, не справились. Давай сразу на черепа тогда, раз он для нас... Господи, 2020 год, череп для нас опасен. Высаживаемся. Сразу одного черепа убрали. Ёб твою мать. А чё так-то, а? Подожди. Давай сюда. Разгоняемся. Черепа сразу забрали. Господи, у меня там что, об отражении все бьются или что? Один Фрэнки остался. Кстати, его убить не могут. Ну ладно, ладно, чуть-чуть подкачаемся, будет все хорошо. Сегодня у нас, надеюсь, появятся новые герои. Слушайте, ну это, пишите, кто одновременно с нами качается, кто тоже поддерживает движуху, пишите, как у вас дела. Так, подожди, а я могу улучшить фракцию? Смотрители, 21, 21, 26 улучшить. О, у меня появились камушки. Я могу улучшить, друзья. У меня сила прибавится. Та-дан, замечательно. Да, здесь улучшаем.
просто нормально так силы капает. Здесь мы, конечно, ничего улучшить не можем, потому что у нас нет этого синего камня. А тут что? Тут то же самое, все грустно. Ну, 57 тысяч силы. Ну что? Настало время роллинга. Давай, друзья. Я даже не буду смотреть недостающих героев. Я что-то вспотел. Давай. Опа. 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 И что, и ничего не упадет? Ах ты, ёптвы, мест на складе не хватит. Да ёпт! А, да, все нормально. Седна! Вот! Уже неплохо, не, ну, как бы... Но все равно уже, по сравнению с теми героями, что у меня сейчас. Снайпер, королева змей. Давай, 450, держим, не отпускаем. Не, не хочу я, блин, покупать места на склад. Когда его можно чуть-чуть почистить. Совсем, самую малость. Самую малость, друзья. Можно его взять и почистить. Сколько у нас мест? 7 мест прибавилось. Да, так. Зеленого героя можно убрать. Не знаю, тут. Палача можно убрать. Да, я думаю, что нормально. Вот это как бы тоже она бесполезная, продаемая. А, так, тритона тоже давай уберем. О, у нас тут уже 11 мест свободных. 3000 самоцветов осталось. Давай! 150 циклоп. Оборотень, давай 450. Еще 450. Просто жесть. Ничего, только одна седна упадет. Ну, почему-то я тут в недавнем роллинге за первые 2000 столько героев крутых выбил. Варлок! Ну как бы да и как бы нет. Он все равно гонает. Ну такое. Вот, вот и сказочки конец. Кто дослушал, молодец, как говорится. Что мы выбили? Мы выбили седну и варлока. Но еще у нас есть карточка третьего уровня. Может, оттуда что-то вылетит. Седна, седна, седна. Не, ну седна как бы хорошо. Варлок, я даже не знаю, есть смысл его сейчас в нынешних реалиях игры использовать. А у нас еще карточка, да? Не забываем. Так, это мы берем, вот так вот ставим, прокачиваем. Избавляемся. А, избавляемся, избавляемся. А, так, фонарики вроде я сегодня не могу зайти, если не ошибаюсь, да? А, фонарики желаний. Да, 16 часов, и тогда я еще фонарики заберу. Подожди, а что я заберу? Я заберу, значит, 1500 этих. Ага, ну вот у меня пятая карточка будет, там будет интересно, конечно. Так, ну что, с чем нам выпали герои? Ну, седно, понятно все. Варлок тоже понятно. Так, давай, ребят, ну вот пожелайте удачи, кто здесь может выпасть. Тут Фрея может... Ой, тут по сути Фрея вот самое желанное. Остальное как бы такое. Ну давай попробуем, давай попробуем. Что уж тут поделать. Трах, тебе дох, Фрея, приди, пожалуйста! Но, как бы тоже. Почему бы и не да? Потихонечку, потихонечку на шаг... А чё, у нас нету места для героев, что ли? Ага. И самоцветов нету, я дожили. Ну ладно, ладно, потом самоцветы будут, наверное. А, стой, мы еще халяву не забрали. Так, тут что у нас? Мы собираем, собираем, и как бы все. Дальше ничего интересного. А в коллекционере... Да, наверное, просто не надо было ролить под коллекционера. Блин, я даже ледяного дьявола не выбил. Эх, я... Эх, я, ну, как бы... Слушайте, короче, чего уж тут греха таить? Все прошло очень хреново. Но, тем не менее, я вам благодарен, особенно тем, кто досмотрел это видео до конца. Всех целую в помидоры, рассказывайте в комментариях о своих достижениях в роллинге. А я копил-копил. Копил-копил 5000, ничего не выбил. А сейчас накопить 5000 самоцветов будет намного сложнее, потому что, как бы там, ну, не так часто будут самые давать за ачивки. Всем, друзья, пока. И пока. Пока-пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока-пока-пока.